Всем привет, с вами я, Стас Шуринс, и это значит, что пришло время новостей. Вы смотрите программу Music Box News Daily, и в сегодняшнем выпуске мы поговорим о результатах премии Юна, о громкой презентации Макса Барских в Москве, а также о концерте легендарного музыканта Патрика Вульфа в Киеве. Начну сегодняшний выпуск, пожалуй, с самого обсуждаемого события последних двух месяцев. Во вторник, 25 марта, в Национальном дворце Украина состоялась третья ежегодная церемония вручения премии Юна. «Музыка объединяет» — именно так гласил слоган нынешней церемонии. Но так ли это на самом деле? И удалось ли организаторам объединить всех заявленных музыкантов на одной сцене, смотрите далее в нашем первом сюжете. 25 марта состоялось главное событие в музыкальном мире Украины. Третья ежегодная церемония награждения музыкальной премии «Юна». На сцене Национального дворца Украины должны были появиться все заявленные в номинациях артисты. Но, к разочарованию зрителей, этого не случилось. То ли артисты просто проигнорировали это событие, то ли действительно были заняты неотложными делами. Так, за своими наградами на сцену не поднялись Иван Дорн, который удостоился звания «Исполнитель года», Святослав Вакарчук, победитель сразу в нескольких номинациях: лучшая группа, лучший композитор, лучший автор слов и лучший альбом. За своими наградами также не вышли Ани Лорак и Григорий Лепс, которые одержали победу в номинации «Лучший дуэт». Напомним, что от участия в премии ранее отказалась Светлана Лобода. Тем не менее, организаторы удостоили ее сразу двумя премиями: за лучшую песню «40 градусов» и лучший видеоклип. За наградами Лобода также не поднялась на сцену. Из всех победивших в номинациях за своими победными статуэтками на сцену Дворца Украины поднялись Тина Кароль, провозглашенная лучшей певицей 2013 года, и Ева Бушмина, которую признали открытием года. Что до самой концертной программы, то развлекать гостей удостоился чести сеньор Потап, который задавал настроение церемонии в качестве ведущего шоу, подстегивая коллег по цеху колкими шутками и провокационными афоризмами. На сцене премии также выступали группа «Казаки», «Алеша», группа «Время и стекло», «Алоис и Фагот», «Джамала» и «Макс Барских». Не обошлось и без театральных постановок от Камалии и остроумных шуток Верки Сердючки. Развернутый сюжет о национальной премии «Юна» смотрите в эту субботу в программе «Weekend Show» с Алексом Лебедевым и Евой Субботиной. Большинство номинантов премии «Юна» так и не были по достоинству отмечены членами компетентного жюри. Но пусть это останется на совести организаторов, а мы продолжим радоваться успехам наших коллег. Итак, на днях Макс Барских успешно презентовал свой видеоальбом по Фрейду в одном из ресторанов Москвы, начав свое выступление с песни, посвященной погибшим на Майдане. На днях в столичном ресторане «Максим Бар» прошла концертная презентация видеоальбома по Фрейду автора и исполнителя Макса Барских, над которым артист работал последние два года. На вечеринке с участием российских селебрити и журналистов Барских представил не только свежий музыкальный материал, но и новую концертную программу с музыкантами. Поздравить певца со столь значимым событием в его творческой жизни пришли Юлия Савичева, Глюкоза, Сати Казанова, дискотека «Авария», экс-супруга Алана Бадоева, телеведущая Жанна Бадоева, Настя Задорожная, журналист Артур Гаспарян, Влад Соколовский и многие другие. Встречал гостей лично известный режиссер и продюсер Макса Барских Алан Бадоев. Перед выходом исполнителя на сцену гостем презентации был показан документальный фильм «Монолог по Фрейду», продюсированный Аланом Бадоевым. В нем Макс Барских рассказал о том, как проходила запись новой пластинки, после чего перед собравшимися выступил и главный герой вечера, который исполнил со сцены абсолютно новые композиции, такие как «По Фрейду», «Героин», «Небо», «Отпусти», «Слова» и многие другие. Песню «Колыбельная» Макс пел на украинском языке. «Мне было очень важно именно сейчас дать концерт в Москве, где у меня много друзей и поклонников. Я хочу, чтобы это место на короткие полтора часа стало местом любви, единства и взаимопонимания. Сегодня мы просто люди, которые не смотрят телевизор, а смотрят друг другу в глаза», — обратился к гостям со сцены Макс Барских. 5 апреля впервые в Украине с сольным концертом выступит гениальный британский музыкант Патрик Вульф. На его счету 5 студийных альбомов, многочисленные аншлаговые концерты, а также творческие отношения с самой королевой поп-музыки Мадонной. Так кто же такой этот Патрик Вульф и почему вы должны посетить его концерт, смотрите далее в нашем сюжете.
В 2013 году Патрик Вульф отметил свое 30-летие, презентовал свою акустическую программу Sun Dark and River Light на крупнейшем восточноевропейском фестивале Jazz Коктебель, а также запустил новый музыкальный проект Dreamland. В начале ноября Мадонна выбрала новое видео Патрика Libertine 2013, снятое Мэттом Ламбертом в качестве премьеры в своем новом проекте Art Revolution. На счету Патрика 5 студийных альбомов и аншлаги на всех континентах. В его музыке вы можете найти отголоски английского фолка, джазовый почерк легендарного Чета Бейкера, авангардные традиции Штокгаузена и неуловимое дыхание британской любимицы Пи-Джей Харви. Его пластинки выпускал лейбл Universal. Он сводил с ума публику фестиваля Glastonbury и даже был лицом бренда Барбари. Его давняя подруга, оскароносная актриса Тильда Суинстон, была настолько очарована музыкой Патрика, что приняла участие в записи его альбома Battle не только в качестве музы, но и бэк-вокалистки. Телепартнером концерта является Music Box. На этом у меня все. Это была программа Music Box News Daily. Меня зовут Стас Шуринс. Увидимся завтра. Пока.